Однажды по дорожке я шел к себе домой. Смотрю и вижу, кошки сидят ко мне спиной. Я крикнул, эй, вы кошки, пойдемте-ка со мной. Пойдемте по дорожке, пойдемте-ка домой. Скорей пойдемте, кошки, а я вам на обед из лука и картошки устрою винегрет. Ах, нет, сказали кошки, останемся мы тут. Уселись на дорожке и дальше не идут.